это ни хера не весело. И это ни хера не прикол. А собаки с иракезами, коты, какие-то панки, girls power. А если в тебя вложил продюсер, то ты будешь его кормить, пока не сдохнешь. Гитара мне нравится больше всего. И это была моим, как бы, точкой отсчета. Я не понимал, как саксофон может вообще с такой музыкой увязаться, скажем так. Но если ты прав просто в ситуации, то тебя не сломит ничто. Потом такие раз, и мы выиграли, мы такие, нифига себе. Неважно, какой доход это приносит или не приносит, но они не бросят этим заниматься никогда, и это важно.